Машка, познавашка. Ребята, вы это видели? Перед нами какая-то странная конструкция. Эта машина называется грузовик Драглайн. Драглайн? Впервые об этом слышу. И что же делает этот Драглайн? Немножко терпения, умняшка. Видишь, он уже готовится приниматься за работу. Стой, машина! Что же ты делаешь? Ты же так все развалишь! Умняшка, это и есть ее работа. Как так? Она что, валит здание? Ну да, валит. Особенно те, которые в этом нуждаются. А я и не знала, что такие машины существуют. Ну вот и все. Скоро на этом месте построят новое здание. Ух ты, это так интересно! А можно посмотреть на этот процесс? Ну, конечно же, можно. Усаживайся поудобнее и готовься к новой встрече. Смотрите, ребята, к нам приближается какой-то великан. Не дрейф, умняшка. Перед нами всего-навсего большой экскаватор. Я ж говорю, великан. Но, похоже, грузовик его совсем не боится. Ну, конечно же, не боится. Эти машины – рабочие напарники. Я это уже поняла. И смотрю, у них очень ловко получается выполнять задание. Все верно, умняшка. После завала нужно очень хорошо расчистить эту территорию. Что-да-то-да. Сначала уборка, ну а потом уже строительство. И пока эти машинки занимаются делами, я познакомлю тебя с еще одной. Ух ты! Это бетономешалка! И что же она делает? Как раз сейчас она наполняет свой кузов бетонным раствором. Так, раствор внутри, теперь нужно долить немножко водички. Вот-вот, похоже, перед нами маленький строитель. Да нет, не строитель, просто я очень люблю бетономешалки и знаю о них практически все. Тогда расскажи нам, куда же она направляется? Если кузов заполнен, барабан вращается, значит, кому-то нужен бетон. Да, умняшка, ты совершенно права. Как раз сейчас мы подъезжаем к месту выгрузки. Ух ты, сейчас бетономешалка будет участвовать в этом важном процессе. Открываем нижний люк и выливаем бетон в специальную конструкцию. Вот и все, бетон залит. Теперь нужно подождать несколько минут. Ну а когда наш бетон застыл полностью, за дело берется подъемный кран. Ого! Это очень тяжелая работа! Ну, конечно, тяжелая, но он очень хорошо знает свое дело. Нужно быть крайне осторожным, чтобы плита ни в коем случае не треснула и не оборвалась. Я очень переживаю. Все отлично. Дело сделано. Спасибо вам, строительные машины. Вы большие молодцы. Но это еще не все. Сейчас мы познакомимся с еще одной невероятно сильной машиной. Привет, машина. А кто ты такая? Перед нами бурильная установка. И, похоже, сейчас она готовится к работе. Невероятно. Эта машина всего за несколько минут сделала в земле глубокую дыру. И сделала она это с большим удовольствием. А после ее работы за дело возьмется автокран. Неужели такая маленькая машинка может справиться с тяжеленной опорой? Минуточку внимания, и сейчас мы с тобой все увидим. Ура! Получилось! Можно продолжить наше строительство. Вот так изо дня в день рабочие машины выполняют свои важные и очень ответственные функции. Мне очень понравился сегодняшний день, и я очень рада знакомству с машинками. А вам, ребята, какая машина понравилась больше всего? Ваши ответы ждем в комментариях. А еще ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ну а теперь пока-пока!